тяжело, без этого подгон. Ребята, траполи, верифай, идентификация, под дипломы, значит, ты играл. Отойди в лобби девелопера, вот. А теперь, а потом, вот и не раскошелили, блядь, на концепцию. А, то было бы Израил, повторю, для камеры, изи, это вот, и придут дабл тендер, там, SDF алиби, я даже подошла без камеры, чтобы точнее, более точно формуловки добиться. Алиби. The same like they break the locks on my door in previous flights or leave. Вот и пиздец притяжет, да да ну но, Лиза, ты, ну надо же, я не знал, что я такой крутой купил. Я не знал, прямо сейчас вырабатываю. А да ту нот но, значит, who blow by the door? А you do not know, значит, who blow by Israel? Or, значит, какие-то ISIS формейшнс, or, значит, Iran формейшнс, то ли Хамас, то кто-то с головы, кто-то все, значит, стреляет по ним. Well, this is a pro de... Это все понятно. Значит, значит, я тявкать, я не следил за вашей перепиской. Закарва-папе и так далее. Я не стала читать, поверьте, у меня не было ни одной секунды открыть тайтл. Секунды, у меня сваивается вражение, вот на них наставили, просто категорически. This is absolute the same as Crimea. And Crimea is even more grounded than a golem. Просто more grounded. Because it's been also repulsed out of you from Turkey and won. При таком-то царе Горохе, значит, Крым был отвоеван. И старороссийской территории необходимо оплотов, говорю Трампу, необходимо оплотов, оплат здоров, чтобы элементарно не установили ядерные ракеты, не дубасили по России. Видите, it's easy, clear for everybody. Why nobody consists of plate idea? And who can dispute this? And besides the folk of Crimea, значит, decided in death something, а на следующий момент nobody made a border. А мистер Путин, вам бы уважали, если бы вы вели войска лучше в Crimea и сказали бы, мы хотим войну, мы его сейчас войной возьмем, Crimea. И тогда вам бы больше утвердили, что Крым является вашим. Каким, чем он еще может быть? Повторяю, как моя мамашка училась и диплом сдавала, то есть диссертацию защищала через Крым, ну и так далее. Не пойму никак, когда он может быть вообще чем-то еще. Why Russia was so blind with the, значит, state антисемитизм, the заветишь и позаветишь антисемитизм, like Литва, значит, the same blind, значит, на, with this, значит, как то Путин, то призван, просто блин, не понимают никак, что люди, значит, это я сейчас не могу тему брать, я просто делаю в параллели, делаю, все. Значит, cannot understand this, that Golan is the same, that Crimea absolutely the same. Значит, the same, это background, да, of barrage, the same is blockade, значит, of, вот это вот его отхватило, почему-то, может, я в Кеназии не договорил. Он имеет в виду, наверное, много там говорил, вот это пришло было, наверное, в Кеназии имел в виду Golan, Golanheights. Да, because Golan Heights is the same as blockade, because of which it's not possible to blow by Israel so easy, so the world still won't see under nightmare beforehand. Disputing the results of Second World War for Holocaust to winner of Soviet people against Hitler, да? Скажу я вам заранее, from Texas, by persecution of Israel, the world. Including Russian, see, persecute their own result of war, win against Hitler, because of their just, просто skin, hate, просто кожный как нарыв, ненависть к израильской этой нации, да тоже, это несколько человек, два жада в три ряда, извините, после с огромной русской нацией, с огромным американским населением и вообще земным шаром, чтобы так вот кириться на них. Это просто нация талантных людей, все. Вот. Почему даже вести войну? Не понимаю. Я говорю, в израильском посольстве даже они забыли, что они нация адвокатов, юристов, музыкантов, математиков, физиков, а совсем не воинов. Все, это какая-то ошибка. Все, это не воинственные люди. Это люди, которые хотят долго и мирно жить и иметь свой домашний очаг. И элементарный prosperity and happiness, and nothing else, and do not war, and any war.
The same Russians don't want any war, of course. Russians вообще lazy to lead a war. Они не хотят не баламутить ничего, но тоже заставляют. И вот интересно, как это можно не признавать Крым?